И перейдем к пикам банам. Шторм банит первый. Так, что это такое? А, вот все, все у нас поменялось. У Энтера физика в ЭКУ-3. Шторм по сетке выше, так что будем первую физику играть ЦПМ. 10 минут и 10 минут в ЭКУ-3 каждую карту. Так, банится стомп от шторма. Банится апекс от Энтера. Так, что, что дальше? Нет, тут стомп, это стрейф. Не все карты на пушку. Шторм пикает Абидос. Энтер пикает Медиву, и остается Трайхард финальной картой, третья, если она понадобится. И давайте начнем. Играем. Разве ноль? ЦПМ сначала, да. Кто вотает? Да, скорость. О. Как там? Ой, ЧС-1. Да, все, поехали, старт. Я сейчас в процессе. Все, поехали, поехали, поехали. Начинаем. Сейчас в процессе на одном из окон сделаю. Вот так вот, надеюсь, будет нормально. Так, он сайз 8. Поехали. Да, будем играть наконец-то Медиву. Наконец-таки. Не 15 минут, да, потому что 10 минут играем каждую физику, потому что у игроков различаются основные физики базовые, которые они выбрали. У Шторма это ЦПМ, а у Энтера это ВК-3. То есть вот эту карту. Почему 15? А, окей, все, понял. Да-да-да. 3 минуты там прошло, значит, где-то в 2 минуты мы обрубаем, пишем стоп. Стоп. На, что, на пике шторма играем ЦПМ. На пике... Физику меняем только на третий.
Ну, на пике шторма играем ЦПМ, на пике энтера играем в ВК3, я правильно понял? А третью карту играем по 10 минут каждую физику. Энтер, не послушивай, играй. Все, все, понял, все. Да-да-да, я, видимо, тоже немножко запутался, но ничего страшного. Пока что никто у нас нет, как не финишировали? Финишировали, но что, как, что тут поделаешь? 34-1. Не знаю, Носф у нас играет. Но, чё? Энтер, нормально все. 31, где там 30? 34-1 и минута 30 тайм у игроков. Энтер пока что лидирует. 34, как мы поняли, в ЦПМ это достаточно средний тайм. Шторм, не получается у шторма словить ракету наперед. Сейчас секунду. Нос, я тебе в дискорде там отправил. Надо будет поменять. Да, это карта пик шторма, потому что его базовая физика ЦПМ, и мы в ЦПМ, собственно, играем. Очень странно, что он именно ее пикнул. На самом деле, на стомпе у него, может, было бы гораздо больше шансов. 52 делает. Перебивает себя, улучшает свой таймшторм. Я думаю, мы можем стомп увидеть в финале где-нибудь. Энтер как-то где-то гранату посеял, у него там не получилось. Да, может быть, это и тактика, почему нет? Шторм просто, типа... Ну, не знаю, он как-то слишком вальяжно играет, что ли, расслабленно. Шторм не хочет побеждать, Шторм играет просто для себя, для души. Не хочет он побеждать, вот что поделать. Так, Энтер пересекает основной рубеж. Шторм на финише фейлит. И у Энтера получается хороший ГБ. Делает гринет джемп. Шторм перебивает еще раз себя. Энтер делает минус джамп на финише. И финиширует 33.2. Не перебивает себя. 32.5 у него уже тайм. У Шторма 52.6. Да, пока что. Тридцать 5 фирменная андетовская на бипасе, да. Это точно.
Но у Энтера пока что все неплохо получается. Единственное, у него роут, конечно, не самый идеальный, потому что только что вот мы буквально видели Тутифрути с Овчаркиным, и у них очень классные роуты, практически практически одинаковые, но тем не менее Овчаркин показывал иногда там просто невероятные результаты. Опять же, ставит Энтер 32-536, немножко перебивает себя. Не критично на самом деле. А Шторму главное сейчас просто хотя бы чистенько пройти, не пытаться, мне кажется, делать эти ГБ, потому что они его тормозят, а просто хотя бы чуть-чуть подулучшать свой тайм, почему нет. Остается 8 минут. Аки Шторм почти на финише, 28, нет, фейлится, фейлит у него. Фейлит, к сожалению, Шторм. Энтер немножко встал, подумал, да, ставит 31,9. На самом деле нас ожидает, если Энтер выиграет, нас ожидает очень потная заруба в финале. Просто невероятная заруба. Иван Дмитриевич, давай тащи. ВК3 будет на пике Энтера на медиве. Начинает оба на старте. Пока что отрыв просто нереальный. Целых почти 20 секунд. Да, у Энтера реплейбот, естественно. Остановился, он сейчас что-то напишет нам в чат, наверное, да? Привет, HowDev. Либо Энтер просто такой, это я, и мне и так нормально, типа. И показывает нам Шторм, что там нету Япон клипа, но его быть и не должно. Пишет нам что-то в чат Энтер. Менялись ли правила, вот в чем вопрос. Да, сентября. Написано все в правилах. Возможно, просто не очень внимательно, либо не так для себя интерпретировали правила. Но я спросил, конечно же, я всех до турнира спрашивал, все ли понятно, все ли устраивает, все ли, может быть, что-то объяснить. Никто ничего не спросил. Значит, все понимали. В общем-то, не суть. Остается у нас 5 минут. Шторм финиширует карту. Делает лид, как он сам пишет, 41,1. Я не дождался уж. Уж очень интересно, я, к сожалению, пропустил этот момент. Так, Энтер на основном рубеже. Давайте на нем заострим внимание. Заходит телепорт в 19 секунд. Делает хороший ГБ. Отличная граната, которая не дает ему достаточно вертикальной скорости. А Шторм все так же пытается сделать эти проклятые граунд-бусты. Но вот у него, кстати, очень даже ну все логично же. Энтер, хватит писать. Ну типа Энтер так на стоксе, уверен же, пишет. Просто стоит, пописывает. Зачем в эту дырочку залетать? Тоже хороший вопрос, да, что? Очевидно, что в Best of 3 мы играем карту с физикой пик, который у игрока, как бы. Да, я правильно объяснил? Разница у него 10 секунд, остается 4 минуты. У Энтера очень стабильно все получается. Очень все даже неплохо. Без лишних каких-то движений, просто тихонечко берет. И финиширует карту за... сколько?
там 32 с чем-то, по-моему, да, было? Окей. Шторм по-прежнему не может нормально добраться до финиша, к сожалению. Очень жаль. Так, и заканчиваем мы, по-моему, в 2 минуты. То есть 2 минуты остается. 32.3, да. Поэтому... Так, Шторм. На финишной прямой, грубо говоря, осталось только исполнить отлично ракеты. И долетает, делает 46, перебивает себя, и, возможно, ему именно вот это перебивание даст основной плюс. И на следующей карте он просто на своем пике просто раздавит Энтера. Точнее, а, это его же пик, нет-нет-нет. На пике Энтера раздавит самого Энтера. 32.8 сейчас Энтер финиширует, очень быстрый у него финиш. Да и, в принципе, дорожка достаточно хорошая. А вот Шторм уже не играет. Шторм уже балуется, мы это все видели. Остается меньше минуты у игроков. Энтер, в принципе, может успеть еще раз пройти карту, но фейлит. Фейлит гринайт джамп. Вот, альтапнулся Энтер, по-моему. Ну, пошел чаек заварить, кофеек, нормально все, говорит, сейчас все. Починим. Почилим. И остается буквально вот 10 секунд. Там мы были на 8, да? Давайте в 2 и остановим ребят. В принципе, понятно, что Enter забирает первую карту. Клей для обувь. Так, переходим на следующую карту. Давайте обновим сейчас таймер. Я надеюсь, оба успеют зайти. Мне не надо будет заходить в окна дефрага, на самом деле. Так, Шторм уже в игре, тоже в игре. Все, как только Enter сейчас пересекает. Поехали. Да, все, 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 все. Обновляем таймер, 15 минут пошло. А, не-не-не, подождите, рано, да. Физику, да, рано. Извините. Все, вот теперь поехали. Да, карта Медива. Мы ее еще не видели. Шторм тихонечко по боку проходит. Энтер тем временем уже на БФГ использует все свои патрончики. Не получается у него там залететь, к сожалению, и... Видим мы, что Enter более чем подготовлен, да, долетает сразу до БФГ, берет БФГ, залетает наверх. Берет еще БФГ, и финишная прямая буквально вот-вот она. Где же она, Enter, где финиш, финиш? А Шторм, как мы видим, тихонечко проходит пешочком, никуда не торопится, некуда ему торопиться. Главное не смотреть вниз. Не смотреть вниз, посмотрел. Вот он посмотрел вниз. Что поделаешь? Не надо было смотреть вниз. И Enter первый раз финиширует.
Ну а Шторм, как мы видим, не собирается, судя по всему, бороться. Да, ну карта очень детализирована. У Шторма не совсем получается первый... Первый плазмоклин. Не самый удачный. И на пике энтера. На этой карте. Не долетает, вот, к сожалению. Хотя мог. Видно было, что мог. И сейчас он 26 ставит с большим-большим отрывом. Шторм пишет good job, по-моему, да? И просто бочком-бочком Шторм. Тихонечко пробегает и не смотреть вниз. Но у Аксос it's effects map. Сложная игра, говорит Шторм. Да, естественно, мы подредактировали карту. Ну как бы, очевидно. Хе-хе, да. Проходит тихонечко Шторм. А Enter вовсю потеет. Давайте это на Enter, собственно, и заострим немножко внимание, да. 10 минут у нас остается на таймере. И Enter сейчас может сделать, залетает сразу на БФГУ. Все отлично получается. И отличный финиш. 22.5 ставит Enter. И, в принципе, может уже просто взять, расслабиться, закинуться валидольчиком. И также с Овчаркиным там в его будочке тихонечко сидеть. Пускает центр обратно. Кто же победит? Овчаркин, Валидоли или Энтер в подлевке? Да, ну видно, что Энтер уже... Просто балуется, ему в принципе нет смысла играть, тем более, что Шторм... Вообще, судя по всему, первый раз видит эту карту. Предусмотрен ли у нас на случай, на этот случай, досрочная победа? В том смысле, что если один сдается... Вот джемпады сделаны для ВК3, очевидно. Да, и следующий, если что, у нас матч будет за третью карту. Точнее, не за третью карту, за третье место будет матч. 26-0, опять же, очень красивую игру показывает Enter. И следующая игра, по идее, будет... Медива хайп из дед, yeah. Я не знаю, что сейчас решат. Что-то там в чате происходит. На самом деле нам не очень видно. И третий матч у нас будет.
точнее за третье место, будет Тутти-Фрутти со Штормом. Третье, четвертое место. Enter Wins 2-0, точнее 0-2, перерыв 10 минут до матча за третье место. И давайте тогда, давайте обратимся. Обратимся к сетке. Пока что она не обновилась, но мы знаем уже, да, что Enter Овчаркин встретится с финале, а сейчас за третье, четвертое место будут играть Тутти-Фрутти и Шторм. И пока что у нас небольшой перерыв. Давайте, у нас заготовлен некоторый... интерактивчик. Enter, ты можешь? Нормально все у тебя?